Уважаемые дамы и господа. Жить пройти. У меня есть для вас откровение. Вы сейчас будете в ахуе. Но, блядь. Я просто не могу молчать. Я чувствую это. Нет, подожди. Жека, подожди. Это сейчас будет искренность. Я сын Филиппа Киркорова. Ничего смешного в этом нету. В 2007-2006 году он приезжал. Не знаю, что уж произошло. Какие там перемещения во времени. Но Филипп Педросович, я твой сын. Я чувствую болгарские корни. Честно, мне снится болгарский перец. Вот, по ночам. О, Кузьма. В общем, Филипп Петросович, ты мой тятя. Честно слово, ты мой... Опа. Ну да, а как обозвать тебя? И, короче...